Сейчас закинем ровишек. Надо бы шкурку, давай сюда. Все, огонь. Он засохнет. Так, ну что, пошло тепло? Искра просто пошла сюда, и я сделала спичку, я открыла, и она в грязи осталась. Клевая круть. Это она засохнет, можно... Я думаю, что пора уже поворачивать. Александр, что вы под постели ходите? Ой. Так, в общем, ты слабо яйца полезть. Конечно. Так, вот еще будет одна эта бутылка масла. Горячая может быть, Игорь. Не трогай. Вот это да. Их, быстрее. Пошел запах. Выбрать начал. Какой тут запах. Как, я видел, так готовят повара некоторые. И как это случилось? Ма, погоди. Масло выпустил. Хорошо, горит. Скажем, да, ну, все, можно кушать? Ё-моё, Игорь! А почему ты с Верочкой не поделился? Я хочу съесть. Не, ну подожди. Давай, кусочек. Да-да-да, кусочек. Вот. Так, это Верочкина, это Игорь, а это моя. Да, хлебушек. А это твоя хлебушка? Да, это моя. Это хлебушек. Держи, это твоя. Это моё. Да, хлебушек. Специально от Александра купили бородинский хлеб. Чтоб он... Да, ему важно. Ему нужна энергия для того, чтобы защищать добро и свет в этой жизни. Папа, Александр что, военный? Не, он хуже, чем военный. Он борется за души наши, за спасение наших душ. Александр, держи хлеб насущный. Спасибо. Наш костер наконец-то разогрелся.
Тебе дают тепло и свет. И картошка готова. Выходной день удался, воскресный день. Папа, можешь закрыть печку, а то залопся. Закроем печку. Пусть горит. Сейчас чайник должен закипеть. Я прихожу, чтобы там попить чай и поесть картошки. Так, а еще что ты тут делаешь? Всю костер. Разговариваешь с отцом Александром? О чем разговариваете? О всем. О самом главном? Самое главное это все. Все, молодец. И главное это будет... Что главное, Вера? Самое главное, что у нас есть свет и огонь. Вот, правильно. И тепло. Угу. Ты еще сюда придешь? И вообще, конечно. Можно спать здесь? А и, конечно, здесь... еще можно спать здесь. А тебе здесь нравится? Конечно. А что тебе больше всего нравится здесь? Ну, нравится, как огонь жгет. А что еще? Как Александр Сип зверей выпилил. Нравится... Как еду готовят. Все мне нравится. Ну, отлично. Скоро придем сюда снова, да? Да. Молодец.